Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Get Even. Что ж, остановился я на лифте на рубильниках. И небольшое предисловие. Я записал целую серию, как я прошел этот рубильник, как я прошел по сюжету, и как я нашел несколько улик, то есть открыл доски. Но по техническим причинам это все стерлось. И пришлось все записывать заново. Так как я уже не помню, какие улики я открывал, а какие я открыл, я не буду вам показывать, как я ищу улики в обычных сериях. Для этого я посвящу целый ролик отдельный. А пока давайте узнаем, чем это все закончится. Решение этой загадки достаточно простое. Если обратить внимание на вот эту вот табличку, здесь нарисовано, сколько вольт нужно для того или иного. Ну, здесь, собственно, нарисовано, как включить то или иное, допустим, лифт или питание. Но на самих щитках нарисован максимум, который они могут выдержать. Давайте быстро настроим. Так, лифт это у нас здесь будет. Два вверх. Один вниз. Так, на питание нам достаточно 3000. Значит, вот это. Так, крайний правый. А на шестеренке у нас 8000, то есть вот это. Блин. Два крайних наверх. Бинго! Что же, я вам быстро покажу, чем это закончилось. Ну, я имею в виду это воспоминание. Но после буду с вами изучать все остальное. Потому как дальше я не прошел, записывал как... О, опять подвисает. Записывал, как я ищу вещдоки. Вы, кстати, могли заметить, у меня неплохое такое оружие в руках. Не буду сейчас рассказывать, как я это сделал, как я его открыл. А покажу вам в отдельной серии с поиском всех улик. Ну, я думаю, вы уже догадываетесь. Jasper and I will see this through, and you'll still get the Pandora. Rose. Well, it seems you have no choice but to trust me. Fine. I have to go. Rose, напомни меня. А вот и я, кстати. What are you doing? No, stop! No! Да. Вот так вот я поступил с Роуз. Я думаю, не мудрено. Сама виновата. Напомню, что она меня подставила. И слила. Отдала приказ охране разделаться со мной. Everything would be so much less complicated. I don't know what you're talking about. You've got to believe me. Ah, but I don't, Mr. Black. Not anymore. But Rose did mention a name. Howard. I'm assuming Roger Howard, the man you stole the corner gun from. Did you meet with him? I... Don't worry, Mr. Black. The Pandora will find the truth. I'm telling you, that's what happened. I promise. Push. Будем разбираться дальше. Дальше я не проходил. Дальше есть ковулики. Ну, это все затерялось. Непонятно где. Ладно, немножко расскажу вам. Здесь... Так, вот столько досок я открыл. Здесь у каждой доски есть свой код. Если собрать все улики, ну, это буду говорить уже в отдельной серии тоже, то этот код высветится, то есть 100% наберется. Но вот как здесь, допустим, нету 100%, еще не хватает двух улик. Когда наберется 100%, открывается код. И есть кодовый замок, можно вернуться, кстати. Если вы знаете, как вернуться в воспоминания, не проходя предыдущие, подскажите мне в комментариях, потому что я так и не понял. Мне приходилось все заново проходить. Вот. Но что в этих воспоминаниях после улик, смотрите в отдельной серии.
Я не буду вам всего рассказывать. Давайте просто продолжим. Так, и куда же меня сейчас отправить? Психушка. Правда, дальше я уже не проходил. So, Rose Atkins is dead. Why is that, Mr. Black? You just saw, because I pushed her. Same question. And why was that, Mr. Black? It's obvious. You were watching. I was trying to save Grace. Rose was trying to stop me. So I killed her. You saw. I saw nothing of the kind, Mr. Black. I only saw distortion, fragmentation, allusions to a truth that I believe neither of us witnessed. If there was any distortion, it's from this piece of shit tin can I'm wearing. I'm telling you, I was trying to save Grace. Но, как выяснили мы ранее, Ред — это Роберт Рэмзи. Ну, по крайней мере, он так сам себя назвал. Психбольница. Здравствуй. Давно не виделись. Это единственное, типа, реальное место. Но мой компьютер исправно отказывается записывать ролики корректно. То, что он записывает, он не сохраняет. Надеюсь, это он сохранит. Давайте изучать дальше. Так, мне пригодится мое фоторужье. Ну, уже девушка поет. Что-то новенькое. Ты тут? О, ты кто? Long time no see. To see. Here's the gift. Can you see? No. I don't think you do. You see yourself as above everyone in here. Just another inmate. Stuck in the past. Stuck in here. Stuck in a rut. But then you always were. It's why we're here. It's why we're all fucking here. Ты что, там не один? Я слышал второй голос. Вот конкретно слышал второй голос. Музыка прям вот начинает нарастать. Снова опять что-то будет. Не зря же у тебя патроны в руке. О, психи. Тут никого? Кто-то шарухался. Прекрасно. Урок рисования. О. Кто такой повелитель кукол? Ты там не кидайся. Причем тут я? Причем тут этот повелитель кукол? ДНК. Мужчина, возраст 42. Это Рэмзи или я? Красиво упал. Ладно. Показалось? Там кто там был? Подвисаешь так. Ты все? В порядке? О, как тебя разворотило. Блин, да хватит закрывать за мной. Тут никого нет. Воу, ты кто? Ты не кинешься на меня? Тихо. Тихо. Да я тебя хоть сфоткаю. На память. Блин, я вижу там какая-то записка или что-то еще. Но убивать тебя не хочется. Поэтому, пожалуй, я просто
пойду дальше. Здесь у нас ничего. Опять газ. Опять меня вырубить хотят. Substance recognized. Halothane anesthetic gas. Зачем? Что я вам сделал? Шкаф. О! Пожалуй, просто спрячусь тут. Нифига себе тут книжек. Опа, а там кто? О, Бог, что теперь? Блэк, да ты сам офигеваешь от происходящего. Вон. Это что, люди? What should I say, White Rabbit? You're so very late. But welcome to the party. The entertainment is about to begin. Entertainment? Yes, yes. The puppet show for the puppet master. Can't you see? Everyone's playing their part. Playing dead. Что происходит? What are these? I just don't fucking know anymore. Да я сам ни хрена не понимаю. Enjoy! It's all for you! It always was! People are puppets, and puppets are people! Take a drink! Join us! Цианид? A loving cup! A loving cup! Ты что, их отравил всех? Или что за бред? Я вообще не понимаю, что происходит. Опять газ. Ха. О, и опять воспоминания. Рэмзи, мы же уже все узнали о твоей семье. О. А при чем здесь это? Что за дичь? Я что, настолько съехал с катушек? Блин, кто-нибудь, ты, объясни мне, что здесь происходит. Или ты... В зале-то никто не кинется. Блин, что, что вообще происходит, я не понимаю. Вообще дичь какая-то. Сколько у вас тут? Дайте просто закончить это воспоминание. Вот ты, мне кажется, ты подпрыгнешь. Нет, я ошибся. Кто следующий? Вы все поклоняетесь этому человеку? Человеку? Воу! Твою же мать! Это было реально? Просто я был под газом? Почему в воспоминании он был на коляске? Как тот псих, мертвый. Может, он не мертвый был? Нифига себе. Так это ты, повелитель кукол, был? Да сколько ж вас тут? Вы меня уже пугаете. Что у нас тут? Ну, здесь говорится, что... Пациент может... искажать воспоминания. Во. Подожди. Да, искажать воспоминания, то есть видеть по-другому. О, это ты,
Нет, ну тебя я не хочу убивать, ты мне помогал. Блин, друг, тормози. Ну! Ну стой! Ну мы же друзьями были, елки. Ого. С трупами здесь явно что-то не так. Это твоя комната? Да, это ты управлял. Может быть, ты и был повелителем кукол? Здесь Ред рассказывает, что образы возникают из того, что хочет видеть человек. Ну, как-то так. Здесь про Джона, про учителя, что он якобы домогался до несовершеннолетней школьницы. Ах ты хулиган. А вот и кукла. Ладно, пойдем дальше. Меня дальше приведет эта дорога. Такое ощущение, что я здесь уже был. Какие-то лабиринты, я не понимаю. Ладно, давайте выбираться отсюда. Надо уже разобраться с этим. Давайте, по одному. Я вас не боюсь. Что это было? Да, пожалуй, стоит пробраться со спины. Кто же ты ударил? Ты даже не захватил его. Ох уж эта игра, гораздо на баге. Сколько же вас тут будет еще? Записка или письмо? Здесь Роберт Рэмзи говорит, что у него вынужденный отпуск. Фото. Потому что вибрирует геймпад. Кровь. DNA found. One matching profile. Robert Ramsey. Роберт Рэмзи. А он-то здесь откуда был? Вот сейчас я вообще ничего не понял. Сейчас я только еще больше запутался. Здесь говорится, что кто-то кого-то подключает. Что состояние нестабильное, но... Нужно подключать его. Такое ощущение, что сзади кричит. Блин, вы долго меня пугать будете, кукла? Вы такого там увидели? Wait, this is you! You fucking bastard! Let me out of here now! This has gone on long enough! Calm down, Mr. Black. Her glass is bulletproof, shatterproof and soundproof. Вот он ты. Your words cannot reach me and your bullets cannot harm me. Now, move on. We are so very close to the truth. Что-то у тебя слишком много мониторов. Это выглядит как-то чересчур сюрреалистично, но нереально. У него тут ни столов, ничего. Как будто простой человек будет так сидеть. Я не верю. Что-то здесь не так. Покемастер, покемастер.
Let us see exactly what secrets you are hiding. How many times do I have to tell you? I'm not hiding anything. We have a name. Howard. He's the enemy. If only it were that simple, Mr. Black. Что это за стенка? Вы посмотрите, там люди. Листочки держат руки. Да что это за дичь? О, но все-таки я должен прочитать, что здесь. Здесь говорится, что Говард продал все свое, кроме единственного гаража. Типа там что-то очень важное. Ну, предполагаю так. Это данные слежки за моим телефоном, GPS. Последнее отмечено красным. Так, дальше что? Здесь Говард пишет Блэку, что у него есть какое-то предложение, видимо, мне. Здесь, ну, рассказывается про то, что Говард очень многое потерял после того, как я бабахнул его базу и выкрал Корнерган. И что он что-то типа задумал. Типа он не оставит это просто так. Ну и последний листочек. Я, говорит, не знаю, что я там хотел найти. И про меня. Что не уверен, что я работал на Говарда. Видимо, это Рэмзи. Я что, работал на Говарда? Давайте посмотрим, что дальше. Howard's lost everything when you stole the corner gun from me. It would make sense he'd want revenge. The only question is why would you have any memory of meeting him? The only memory I have of Roger Howard is the night I stole the corner gun. We'll see, Mr. Black. We'll see. Итак, куда же в этот раз меня занесло? Лес. Как будто где-то поезд. Это очень похоже на Half-Life. Такая интересная атмосфера. Приятная. Ну да, как будто сэмпл поезда. This memory looks to be unstable. Disrupted as little as possible, Black. Don't go in all guns blazing. С твоего позволения, Ред, я осмотрюсь. Ух ты. Все-таки там был поезд. Это новая локация, так что тут наверняка есть какие-нибудь вещдоки. Но пока ничего не вижу. Куда же меня ведет? Сюда, видимо. Короче, я немножко успел пройти вон туда и застрял там. Шикарная игра. То она вылетает, то она не записывает, то она застревает. И да, я не хочу действовать тихо. Так что смотрите и любуйтесь этой пушкой. Теперь снайперка — это мой любимый вид оружия в этой игре. Вы только посмотрите. С одного выстрела. Автомат — это, конечно, хорошо, но... Блин, да чего я люблю эти снайперские винтовки? О, по-моему, это вещдок. Здесь говорится про склады, которые выкупала ADC. Блин, как бы не застрять еще раз. 4 склада они выкупили. Одинаковые. Ну и где ты? А где я застрял? Я что-то забыл уже. Где-то здесь. А, вот. Вот это вот уголок, за которым я прятался. Я в нем застрял.
Поэтому не ходите туда. Блин, а где он? Так, карта. Здесь никого нету. Вот он. Нет, я больше не пойду туда. Ты, блин, как ты уворачиваешься? Это я что-то скрываю от тебя? Look how many mercenaries there are, Black. A memory will only seek to protect itself in this manner if its owner doesn't want it to be examined. Знаешь, я просто хочу это закончить. Мне это уже осточертело, правда. Бегать по этим воспоминаниям, убивать несуществующих врагов. Фото? Да, фото. Опять фоткаем бутылку. Substance recognized. Polytetrafluoroethylene sniper rifle. О, это мне пригодится. So tired of this shit. Me too, mate. 2 months since we last got paid. Нифига себе. Им уже 2 месяца не платят. Бедолаги. Из чего ты состоишь? Стекло. Тебе не так-то просто пробить. Что это за место? Поваленные деревья. Вон еще наемники. И там наемники. Ну давайте развлечемся. Представим, что мы играем в Call of Duty. Давай, выходи по одному. Кто меня увидел? Я любил снайперские миссии в Call of Duty, поэтому я с удовольствием буду вас всех по одному. На тебе в ногу. А тебе в руку. Ну, кто следующий? Может быть ты? Многие удивляются, как играть на геймпаде в шутере. Ребята, просто попробуйте. Это незабываемо. Конечно, играть в какой-нибудь шутер типа Counter-Strike или Overwatch очень сложно, но в такие методичные наоборот интереснее, чем на клавиатуре с мышкой. Это уже немного не хоррор, это более перестрелки пошли. Убить куклы там, здесь убить наемников. Куда в итоге меня приведет дорога? Чем это кончится? Дверь? Нет, тропа. Мне кажется, мне туда. Блин, локация реально очень большая. Наверняка тут есть какие-то вещдоки, которые я не вижу. Которые я увижу потом. Да, как и говорил я, что это за здание. Я после окончания игры, сюжетной ветки, запишу отдельное видео со всеми вещдоками. Это будет долго, мучительно для меня. Но для вас это выйдет, может быть, в час просмотра. А может и меньше. Посмотрим. Куда же дальше? Сообщение. Ждите отомстить, мистер Блэк. Я могу помочь вам. Или сокрушить вас. Неизвестный номер. Ух ты. Ты умеешь подниматься по таким ответственным местам? Хорошее место для снайперской позиции. Только было бы по кому пострелять. Но я никого не вижу. Игра стала подвисать очень сильно. Видимо, из-за открытого местности. Из-за открытой местности. Ну и психушки она подвисала. Блин. Куда же меня тянут? Куда же меня ведут? Что я должен вспомнить?
Видимо, мне все-таки вот в то здание. Итак. О, клиент на патрон. Единственная проблема этой снайперской винтовки, что после каждого выстрела она... Это ж шустрая, как карабин перезаряжается. Где ты? Я тебя видел. Где ты? Я же ему не между ног попал. Давай, ошибка. Следующий. Сколько же вас тут? Мне на вас патронов не хватит. Кто-то зашел мне за спину. Здесь есть небольшая помощь в прицеливании, поэтому не все так плохо. Мне кажется, тут кто-то пробежал. Где ж ты? Что у вас тут? Пистолеты? Нет, пистолет мне не подойдет. Да, пожалуй, я воспользуюсь. Что ж ты мне даже прицелиться не даешь, ты? Да, все-таки мне в то здание. Держи в почень. Вообще не стесняешься, да? Взял, вышел, в лоб меня расстрелял. Да, пожалуй, стоит поменять. Снайперка — это прекрасно, но никогда столько много народу. Что это за место? Склад? И кто меня сюда привел? Воу. Мне... Да что ты пугаешь меня? Мне покоя не дает. Почему же голос Рида раздваивается? Fuck. I'll never get used to how all this works. Пожалуй, я пока не буду думать об этом. Mr. Black. Been a while. Last time we saw each other would have been. Let me see. When I stole the corn gun. Ah, yes. Егорд? When you stole my corn gun for Robert Ramsey. Really, I should just have killed you on the spot. I'd feel so much better about everything. Так зачем мы с тобой встречались? So exquisite. So flawless in the way you ruined me and my company. I wanted to even the playing field a little. Do something similar to Ramsey. And I racked my brains, and I just couldn't think of who would be the best man for the job. Then it occurred to me. Me? I'm Ramsey's head of security. Why would I work for you? Значит, Говард предложил мне работать на него после того случая с Корнерганом. Every man has his price, Black. You. I'm paid well. Yes, but not as well as you'd like to be. Not as well as you could be. It's not about the money. That old chestnut. Okay, fine. Then how about this? According to my sources, Ramsey has a surprisingly accurate record of your criminal history, far more so than the police. Seems to me he's got you over a bit of a barrel. Work for him or go to prison. The way I see it, Mr. Black. You're his bitch. You sound jealous. Блин, он очень хорошо осведомлен. Говард. Он хочет... Так значит, он нанял меня, чтобы я выиграл Грейс, Джаспер, Роуз. Причем тогда они тут? I envy no man, Black. If someone has something I want, I take it for myself. So here's my offer, and I'll only make it once. You work for me, not Ramsey. I devise a plan to get Ramsey's Pandora device, and you carry it out. You name your price within reason, and if you're successful, I'll forget about the whole corner gun fiasco, and we'll both be on our merry way. How does that sound?
if I refuse? You're alive because you're useful, Black. Don't get any ideas. No. Excuse me. I said no. I'm not sure I've been clear enough here, Black. Oh, you've been clear. But I refuse your offer, Howard. I'll not work for you. I'll never work for you. Around this little plan of yours, I don't agree to any of it. I refuse. Все-таки я отказался. Кто же такой повелитель купол? Причем тут психи, я этого не понимаю вообще. Воспоминания Рэмзи. Кто этот парень в клетке? Надеюсь, мне объяснят сейчас все. Ну же, не томите. Опять я тут. Опять психушка. Давай, Рэмзи, ты узнал. Ты узнал, что Говард заказал украсть у тебя Пандору. Причем здесь Грейс? Да, причем тут Грейс? Чего она говорит? Давай, узнаем все. Это же я. Да? What the fuck? Ramsay! Это реально я. What's going on? I'm... how to put it? Closing the asylum. How are you doing this? Обалдеть. What is this place? Что произошло? Я думал, психушка — это реальное место. Господи, вы меня запутали вообще, конец. What's it all about this time? Давайте просто выясним, что же и чем это закончится. Это очень сложно. Что это у нас? Здесь говорится, что в 2013-м группе ученых удалось внедрить ложное воспоминание страха в голову мыши. И переживают, как это будет отражаться в будущем на людях. Это знакомое. Но это разные вещдоки с разных воспоминаний. Так вот она, опять психушка. I'm afraid I haven't been quite straight with you, Black. My apologies. Right. Once and for all, what the fuck is going on, Ramsay? Where am I now? My memories, Mr. Black. Interacting with someone wearing the Pandora can sometimes create what I call synaptic bleed. Two-way traffic, if you will. A flaw in the technology. And the asylum? Oh, forgive me. The asylum was necessary. Son of a bitch. That whole thing was just some big illusion. Simulation would be the correct term. The construct was of my own design, intended to keep your adrenaline at the optimum level for the technology to function efficiently. And the inmates? Patients are yours? The patients were nothing to do with me. I just provided the simulation. But the mind has a wonderful way of filling in the gaps. I show you a creepy old asylum, your mind populates it with lunatics. Likely just half-remembered characters from your life. Sometimes even films and books. Predictable, perhaps, but not unexpected. So you tricked me. This whole thing was a lie. Do you want to talk about lies, Mr. Black? Whose lies and tricks would you rather discuss? Mine or yours? I don't know what you mean. You know exactly what I mean. Да я нифига не понимаю, Ред. Значит, эти психи были плодом моего воображения. Интересно. Те, кого я встречал. Воспоминания из книг, из фильмов. This is Grace's room. You remember her, Black.
The girl you tried to save. Да, я помню my это. Daughter. Of course! Then why were you there? You were my employee, Black. My head of security. You knew my daughter had been taken, and you said nothing. I don't remember! I don't believe you. Блин, да уже... Скажи, что ты хочешь от меня. Ты же видишь, я не помню, что произошло. What about Lenore, my wife? What about her, Black? I don't know what you want me to say! She left me, Black. She blamed all this on me, and it wasn't my fault. I refuse to accept responsibility for the actions of some terrorist. Tell me what you know. All I know of her is what I've seen here, in your memories. I'm sorry, I can't help you. Ред, я действительно говорю правду. Точнее, Блэк. What about this man, Black? You remember him? I remember you, Рамзи. And I am sorry for what you've been through. But I tried to help. I just didn't get there soon enough. Please. Let me go. Is that what you want, Black? To be let go? Of course. We had a deal. Опять воспоминания. Я уже не верю тебе. Let you go. Happy to, of course. But let me ask you this. Are there any circumstances under which you would not wish to be let go? What the fuck are you talking about? Welcome to my office, Mr. Black. Have a look around. I'm sure you'll be able to make sense of everything. Это опять твоя ерунда, которую ты создаешь. Ты меня хочешь запутать. Хотя ты сказал, что это твой офис. Осмотреться, говоришь? Давай осмотримся. Мне уже интересно, что это такое. Сервера. Рамзи, это не офис, это... Может быть, это склад? Один из? Но ведь не ФДГ склад покупали, а IDC. Что это? Кто там? What the fuck? Это что, я? This is me. More of your scare tactics, Рамзи. Well, it won't fucking work. Not anymore. You say you don't remember anything else. That you've told me everything. Then I don't need you anymore. You don't need me. If only you'd been a little more cooperative, things might have been different. Goodbye, Mr. Blake. Wait! Thanks for the memories. Robert! Don't do this! I'm sorry! Тормози, Рамзи. I'm sorry for everything! Wake me up! Please! Just wake me up! Что происходит? Обработка, Блэк. 001. Решение проблемы с предохранителями. Оставлен в камере Сэмсон. Леонард Шерва Шелби убит. Блин, да что это? Что это значит? Трубы, взлом IDC. Ну это все мое прохождение. Все, что я делал. Я не понимаю. Да, продолжить. Давай быстрее. Я не понимаю, что это значит. Я сейчас Блэком являюсь. Уолт Кауфман убит. Или... Что это? Аномалия воспоминаний. Красное это плохо? Ну уж простите. Джаред брошен. Я не в школе. Я делал то, что считал нужным. Ну да, продолжай.
Давай закончим это. Побег бойся. Ошибки Пандоры. И, блин, сколько всего. Исследование особняка. Но как не завершено? Я же все там завершил. Блин, сколько всего. Фредди, я помню тебя. У тебя был спрятан какой-то листик за спиной. Но это последнее воспоминание. Надеюсь, после этого все закончится. Да. Фото. Значит, это мои. Ну да. Я настроен враждебно к тем, кто со мной враждебен. Ну и что ты мне хочешь показать? Рэмзи или Блэк? Audit phase complete. Cerebral link, patient number Black 001. Pandora unit terminal disconnect. Would you like to commence archive data review, Dr. Ramsey? Yes. Switch to Savant unit playback. Begin the review. Oh, and Hope, could you also fire the coffee machine? Doctor, обалдеть. Prior to review, my medical recommendation would be the implementation of a minimum 4-hour rest period. Further caffeine intake will only delay fatigue, not arrest it. Then make it a double shot. 3 sugars. I also need a baseline memory to carry out the review. Which was the most stable from those recorded? That would be this. Cached on initial Pandora system startup of patient Black 001. Good. Then let us explore a complete memory before we review the broken. Proceed with interactive playback. Ты пока запускай, а я пытаюсь все это осознать. Значит, я все это время был Робертом Рэмзи и смотрел воспоминания Блэка, которые лежат у него здесь. Обалдеть. У него еще есть искусственное жизнеобеспечение. Здесь говорится про то, что опытный оператор может извлечь все воспоминания с легкостью. Здесь говорится, что оператор, ну, оператор это человек, в данном случае Рэмзи, он направляет, он говорит, что делать, ну, мягко направляет, а сам испытуемый постепенно изучает информацию. Но в итоге мы смотрим их по телеку, поэтому обалдеть. Он просто пользовался Блэком. Все-таки я не Блэк. Я все-таки Роберт Рэмзи. Шикарно. Здесь говорится, что испытуемый должен выбирать воспоминания сам. А если оператору что-то нужно выудить, то он должен мягко это делать. Не настаивать. В этом сложность работы оператора. Ну а что здесь? Здесь говорится, что бывают такие провалы у головы испытуемого, когда он видит воспоминания оператора. Ну, как я видел воспоминания в голове Рэмзи. Тогда интересно, почему я видел, как украли Грейс. Я ведь не участвовал в этом. Но я так полагаю. Ну, раз в конце Блэк говорил, что он тут ни при чем. Здесь говорится, что в первом случае с первым устройством они просто смотрели, изучали, а потом они начали вникать. То есть постоянно возвращались к предыдущему воспоминанию. Очень интересно. Здесь говорится, что Пандора это устройство для изучения, а Савант для записи. То есть Пандора-Савант это такой гибрид, чтобы записывать воспоминания человека. Прикольная клавиатура у него. Хочу посмотреть на Блэка. Блин, путаюсь. Вроде все листочки изучил, но на Блэка стоит посмотреть.
Блин. Это похоже, он после взрыва. Бедняга. Рэмзи его использует. Но Блэк же ни при чем, он же сам сказал это. Он бы помнил. Можно было бы в воспоминаниях увидеть это. Что здесь? Ничего. Ну а здесь? Да. Давайте продолжим. Я не знаю, чем это кончится. Рэмзи хочет узнать истину. Decoding memory cache and Savant playback. Binary filters online. Servers currently running at optimal speed. Inputting biorhythmic feedback parameters. Deep insulin injection in 3, 2, 1. You are ready to go, Dr. Ramsey. Путешествуем по воспоминаниям Блэка. Stay away from me. Stay away. It's okay. I'm a friend. Но Блэк же хотел спасти. Блэк всего лишь хотел спасти Грейс. Рэмзи зря ему подписал. Okay, I'm in. Commencing review. Now, where is... Так. Я играю уже Рэмзи. Теперь я Рэмзи, да? Обалдеть. Сам. Ох, как сложно. Ладно, ребята, я думаю, на этом закончить эту серию. Я думал записать концовку, но все-таки мне еще придется побродить Рэмзи. Надеюсь, недолго. Так что увидите финал в следующей серии. А пока всем спасибо, подписывайтесь, ждите следующее видео и всем пока.